Перейдем к региональным новостям. Члены восточно-казахстанского филиала партии «Аманат» с первых дней трагедии приступили к оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров в области Абай. Более 15 тонн продуктов и товаров первой необходимости было отправлено в соседний регион. Подробнее об этом в следующем материале. Трагедия в области Абай не оставила равнодушными восточно-казахстанцев. В областном филиале партии «Аманат» организован пункт сбора гуманитарной помощи, куда уже поступило более 15 тонн продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров, собранных силами депутатов, партийцев, предпринимателей, общественных организаций и жителей региона. Представители молодежного крыла «Жастар Рухы» воочию увидели масштабы трагедии и приняли участие в оказании посильной помощи, так необходимой всем гражданам, задействованным в тушении пожаров. Мы на выходных были там, в Бородуликинском районе, в селе Успенка, видели все своими глазами, как там, что происходит, какая помощь нужна. Очень радует, что наши молодые волонтеры все откликнулись, и все мы вместе поехали туда. Там нужна любая помощь, вплоть до разгрузки, выгрузки продуктов. Та же помощь пригодится при готовке еды пожарникам, в сортировке, всякие гуманитарные помощи. Но вот эти вот средства, которые им требуются, они, к сожалению, вот ежедневно и даже ежечасно, могу сказать, что меняется. Например, если до этого нужно было больше еды, то на сегодняшний день требуются респирательные маски. Не остаются в стороне и государственные служащие. Сотрудники областных госструктур перечисляют однодневный заработок для помощи пострадавшим. Вслед за университетом Сарсина Манжолов, Серикбаев университет также однодневную зарплату перечисляет. Плюс к этому они выделяют гранты для пострадавших сельских детей. Местные исполнительные органы, это все организации, госструктуры, оказывают поддержку в виде перечисления одной заработной платы на специальные счета. На сегодняшний день Республиканским фронт-офисом волонтеров при Министерстве информации и общественного развития открыт специальный благотворительный счет, на который отправляются денежные средства. Стоит отметить, гуманитарная помощь от Восточного Казахстана в область Абай была отправлена в третий раз. Алия Симбинова, Александр Каримов, Алтай Акпарат.